маленький обзорчик про город Ижевск. Так, сейчас зима, декабрь, почти-почти Новый год, 20 число, 21 число декабря. Мы сейчас находимся в самом-самом центре Ижевска. За мной собор Александра Невского. В общем-то, он является визитной карточкой, одной из визитных карточек нашего города. Вы можете это все видеть. Вот, собор отреставрирован, красивый, нарядный, шикарный. Вот этот самый центр нашего маленького городка. Население порядка 700 тысяч человек. Колыбель автомата Калашникова, мотоциклов, ИЖ, автомобилей ИЖ. В общем-то, я думаю, рассказывать смысла не имеет, потому что вы сами меня все знаете. Вот. Самое интересное, наверное, я вам расскажу попозже. Вот. Пока, пауза. Вот, уже подготовились к Новому году. Вот он наш нарядный собор. Красивый. В этом году была реставрация покрытий. Вот вы можете увидеть, как он сверкает, сияет золотой. Голуби пригрелись. Красивый собор, красивый. Изнутри уж снимать не буду, но сам по себе он такой интересный, красивый собор. Вот. Люди, которые приезжают в гости, обязательно сюда заходят. Вот за собором мы можем видеть с вами драматический театр. У нас театры штуки три, наверное. Да, три театра. Вот это один из них, восстановленный. Буквально год назад переехал сюда, или два, точно сказать не могу. Русский драматический театр. Вот, я не экскурсовод, поэтому какие-то даты, какие-то точные события вам говорить не буду, потому что, честно говоря, я не знаю. Это все тот же центр, все тот же центр маленького города. Город маленький, город не веселый, если честно, но кому как. Потому что вот даже в центре города мы можем вот такое вот безобразие наблюдать. Разваленные руины. И не самые великолепные нашего все-таки центра. Сейчас мы с вами дойдем до площади, где мы посмотрим на заводы, на музей. Вот, в принципе, я думаю, будет немножко интересно. Вот мы прошли через подземку. Вот она, скоро перед нами откроется красота города Ижевска. Это будет набережная, завод. Вот, кстати, завод. Наш оружейный, славный оружейный завод, благодаря которому, в принципе, мы и знаем про Удмуртию, про Ижевск. В общем-то, где и родился наш славный оружейник Михаил Тимофеевич. Так, вот это вот неприметное здание. Так, вот это вот здание неприметное. Это, как ни странно, музей. И музей этот никак не обозначен, и о нем, как ни странно, в городе Ижевске мало кто знает. Хотя вот в этом музее собраны выставочные экспонаты: автоматы, оружие, винтовки, в общем-то, снаряжение для вертолетов. Все то, чем занимается город Ижевск. Вот. А, техника тоже есть. Вот, вот этот наш маленький символ
дань памяти оружейникам ижевским. Отцы, скажем так, основатели. Вот. Тоже одна из маленьких достопримечательностей. А вот этот самый музей. Бывшая денежная кладовая. В 1804 году основанная, созданная. А вот этот сам вход в музей. А вот и табличка, маленькая табличка музея. Еще меньше там буковки и циферки. На мой взгляд, вот это все должно блестеть, чтоб люди из 10 километров все вот это вот видели и знали, что они находятся в городе Ижевске. В славном-славном городе Ижевске. Вот, но политика такова, что всем на все наплевать. Либо они не придают такой значимости вот этим вот фактам. Вот наша набережная. Проходить, да, спускаться я не буду. Но мы можем посмотреть. Летом вот действительно очень красиво. Здесь собираются автомобилисты, мотоциклисты, тусовка, велосипедисты. Вот Ижевский пруд. Здесь у нас постоянно пробочки. И вот такая вот зимняя пустая набережная. Зимняя, скучная. Но это опять уже день. Сколько? 12 часов дня, пол первого. А пробки здесь не утихают до сих пор. С самого утра и до самого вечера. Кстати, раньше здесь были деревья, было красиво. А сейчас это как выбритый лобок какой-то смотрится. Архитекторам руки оторвать, вот честно, за такое безобразие. Так, центр, тот же самый центр города. Видите, весь центр города у нас в магазинах, в ресторанах. Вот, самые лучшие дома у нас отреставрированы, те, которые находятся в частной собственности. Потому что вот государственные мы вряд ли увидим здание достойного вида, достойного образца такого. Вот, но вот перед нами Удмуртский театр. Тоже восстановленный, отреставрированный. Постоянно идут премьеры, постоянно что-то интересное, новенькое для наших горожан, для наших приезжих гостей. Основатель театра. Приятно видеть, что культуре все-таки уделяется какое-то внимание. Вот это наш парк отдыха имени Максима Горького. Еще есть парк отдыха Кирова. Но до Кирова уже точно не доеду. Если только летом погулять, проветриться и сходить до пруда. Ну там красиво, там достойно. Здесь тоже, в принципе, идет обновление аттракционов. Летом с детишками отдыхают. Ну, в общем-то, как вы можете видеть, большая деревня. Вот это, кстати, завод «Аксион», одно из зданий завода «Аксион». Завод «Аксион», как вы знаете или не знаете, производит много всякой электроники, начинки для космической отрасли. И работает на оборот заказа. Также есть подразделение, которое занимается промышленным дизайном, то есть изготовление различного рода электроприборов домашних. Вот. Но, к сожалению, качество и дизайн, и материал оставляют желать лучшего. Очень оставляют желать лучшего. Так, вот здесь у нас водители всегда пропускают. И, кстати, у нас с этим не строго, но водители приучены, чтобы
чтобы нас с вами, горожан, пропускали. Вот даже не нужно ставить ДПСников. Автомобилисты сами останавливаются. Культурный город такой. Вот, знаете, где-то, может быть, и проедутся по вам, но не в Ижевске. Здесь в этом плане как-то интересно. Хорошо и культурно. Вот, кстати, посмотрите, идет работа. Монтажники производят работы. Может, монтаж чего-то. Замена стекол и еще каких-либо недостатков устранения. День, работа кипит. Раньше город был закрытый, и даже те, кто здесь жили, ну я в том числе, даже не предполагал, что, во-первых, Калашников жив, и он находится где-то здесь рядышком. О, музло долбит с музыкального, с торгового центра. Чтоб мы с вами шли, радовались жизни. Вау! Зашибись, круто, весело. Везде торговые центры настраивают. Компания Найди. Уже довольно-таки известна по всей России. Фурнитуры для мебели. Изготовление мебели. Вот, вот еще одно наше маленькое достояние. То есть все так же так называемые религиозные центры. Места поклонений. Кого-то там, кому-то там. Вот. Ну, тоже красиво и нарядно. Не так давно, буквально в этом десятилетии, был восстановлен этот вот храм. По старым чертежам. Раньше здесь было все засеяно травой, кустами и деревьями. В итоге это все сломали. На месте храма была пустошь. Мы там, честно говоря, зависали и тусовались. Пили вино и все такое. Может быть, это некрасиво, но что было, то было. Вот, сейчас здесь красуется храм. Погодка, кстати, шикарная. Вчера было минус 30, сегодня потеплее. Наверное, градусов 16, может быть. Ну, тепло. Очень тепло. Хорошо. Вот он. Вот он, красавец. А вот наш суперславный завод «Аксион» с другой стороны. Завод таки не маленький, имеет несколько производственных площадок. Наши трамвайчики. Трамваи, кстати, в хорошем состоянии, в довольно-таки хорошем состоянии. Очень даже, я сказал бы, в хорошем состоянии. Есть трамвайчики, которые нулевые ездят. Не запачканные, не грязные, чистые. Всегда следят за порядочком. Вот мне это вот нравится в нашем городе. Я сам в этом городе не так давно живу, с 91 года. Не фанат, но, возможно, патриот. Работы идут. К Рождеству готовятся, к Новому году. Молодцы. Надо прививать культуру к празднику, всеобщему празднику. Все тот же большой центр маленького города Ижевска, парк Ин. Здесь вы можете спокойно провести ночь, день, сутки, недели, месяцы. Порядка 8000 рублей стоит ночевочки здесь. Ну, не ночевка, на сутки перетусоваться. Довольно-таки хороший отельчик. Ничего плохого сказать не могу. Хотя я сам тут пока еще не тусовался. ЦУМ. 1000 лет этому ЦУМу.
До сих пор вот эти вот савдепские висят рекламные вывески за Маниловки. ЦОМ. Олдскул. Это наш место проведения праздников, центральная площадь. Вот. Сейчас она немножко унылая, но вот заливают катки, чтобы нам было не скучно кататься. Музыка. Здесь раньше фонтаны. Почему раньше? Летом фонтаны у нас под музычку танцуют, играют. Сейчас вот палатки ряды выставили. Начинается все-таки какой-то маркетинг, какие-то продажи начинаются. Хорошо, приятно, что в маленьком нашем захолустье хоть как-то малый бизнес начинает продвигаться. Вот. А вот здесь у нас театр оперы и балета. Сейчас зайдем со студентами, повидаемся. Я им навешаю людей, потому что они плохо исполняют свою, проходят свою практику. Или же наоборот похвалю. Ура! Вот наконец-то уже ближе к Новому году начали делать ледяные скульптуры. Это лет 10 уже, как у нас прижилось это мероприятие. И разные скульпторы с разных городов России приезжают и создают нам ледяные города, ледяные произведения искусств. Вот прям вот даже вот берет какая-то гордость. Красиво готовят сцены, резьба такая, даже ажурная у нас по льду идет. Красиво, музыка. Мужики работают вовсю, не покладая своих, хотя покладая иногда свои инструменты. Лед привозной, лед хорошего качества, без трещин, равномерное отверждение. Вот не знаю, на камере, наверное, не видно будет, но я-то вижу, что равномерно идет структура льда. Красиво, классно. Елка, о, елки-палки, это ж наша елка. Музычка. Шиби. Новогоднее настроение. И голодец мороз. А вот какая-то еще школота идет. Я не знаю, может театр, а может просто потусоваться на площади. Приехали откуда-нибудь. Вот они машут. Да, снимают. Вот. Ребята, вы откуда? Селтов приехали в город к нам. Ребята, посмотреть. Вот. Так что... Клёво. Сейчас вот как раз самая движуха начинается у студентов, у школьников, ближе к Новому году. И действительно, настроение радует. Такое хорошее, приподнятое. Погода радует, все радует. Господа МЧСники стоят, смотрят за всем процессом. Господа полицейские помогают нам в поддержании правопорядка. Претензий к ним вообще практически никаких нету. Исполняет свой служебный долг на высшем уровне. Почему так говорю? Потому что мои знакомые товарищи также служат в подразделениях нашего города и также несут ответственно свой долг по поддержанию правопорядка. Поэтому мой поклон тем, кто нашу с вами спокойную жизнь бережет и делает ее еще спокойнее. Все.